А вот это здание из туфы, это как бы дворец пионеров, но церковное. А его достроили? А, в прошлом году оно еще построилось. Достроили. Айртастун по-армянски, по-русски как это будет, не знаю. Ну, в общем, дети там, кружки разные. Святой дом, да? Освященный дом Уртац. Да, наверное. А хорошо бы тут жить, нет, Армен? Да. Смотри, какой вид шикарный. Вид действительно. На ущелье Розданское. И перед зданием ничего не построят, наверное. Уже. Некуда строить просто. Забор такой каменный, недостроенный. Вот. Я тоже не знаю, да. Скорее недостроенный, чем разрушенный. Да, там арматуры. Это мост холм Победы. Паскевича, мост Победы, да, уже показал я. А туда, туда слева дальше. Винный комбинат. Да. Сейчас хозяин Царукян. Да. А когда-то тут впервые была представлена пьеса Грибоедова «Горе от ума». А, да, действительно. Там даже надпись есть, мемориальная доска. И а это... вот этот, как называется, отель, я все не забываю. Ты помнишь? Нет, я тоже не помню. Метрополь или... Метрополь, да? Метрополь, не знаю. Да, Петра. Вряд ли, я точно не знаю. Эту башню здание недавно построили. К винному комбинату опять. Ну и жилой дом. Ну, попрощаемся с невестой, с женихом. Да, незавидное положение. Очень холодно, бедная невеста. А, да, раз это ветер начался. В таком легком наряде. Солнце ушло. Уже можно, да, наверное, свадьбу? Это наши что-то писали. Наверное. Вот этот дворец пионеров церковный. А смотрим, дочка, ходом. Большая, но уютная, нет? Это уже гости, наверное, да? На свадьбу? Ну, пошли. Опять ветер нагнал тучи. На 15 минут солнышко выглянуло и снова. Но в этой части ничего. Но вот оттуда. Да. 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 Я это. Ты видел, заметил? Помню. А, еще с прошлого раз? Года. Опять так было? Да. Я не помню. У всех одинаково, даже наверное. Даже больше было. Тут в ряд они стояли. Да, интересно. А у этой тоже тоже номер? Нет, другой. Но в конце 63. Там уже нет. Да, там 70 в конце. И здесь 70. Это какой-то код, да, наверное, для ГАИ? А тут старые, видишь, камни? Вот это явно надгробие. Там да, хачкары, видимо, снятые с могил, что ли, захоронили. А это подарок. Стал. Что там внизу написано? А там... Атомянный от семьи Атомянов. От семьи Атомянов в 2013 году. Вот посмотри в углу, вот этим жильцам явно не повезло.
Совсем не повезло. Прямо окна упираются в стену церкви. Да, ты представляешь? Живешь и вдруг... А отсюда можно выйти на улицу, да, смотри. Да, отсюда арка, да, как на... обычно, все разрисованная. А наша машина где-то там. Там сирень. Что? Сирень, да? Да. Глубокий обморок сирени. Ну да, обморока далеко сирени. Далеко, да. Вспомнилось теперь. Да, но здесь уже рвут. Как абрикос рвут, пока он... Незрелые, да, незрелые, срывают. Так и да. Но сами незрелые любят незрелые. И здесь такие наши обязательные пристройки. Такое солидное, да, вот строительство здесь, смотри. Да. Ну, пошли, Аннет. Колокола слышны. Паломничество по святым местам продолжим. И вот мы у главного собора, самого большого собора города Еревана, церковь Григория Просветителя, Григорий Саворович. Кстати, насчет паломничества. А давайте съездим в Иерусалим как-нибудь в ближайшее. К зиме лучше, конечно, потому что там жутко жара. Ну, когда ветер поднялся. Да, ветер, холодный ветер. А это дорога, которую ведет к храму. В общем, христиан. Ну, это уже рассказывали. Из Неаполя, нет, привезли, да, люди? Ну, тут мощи, скорее всего, кусочек костей, от кости Григория Просветителя. Привезён из Неаполя, как же говорят. Папа привез, нет, вроде? Да. Павел, нет? Павел. Наверное, не помню уже. Да. Красиво. И витражи сегодня светятся так. По-моему, это сувенирная картина, нет? Да, да, я вспомнила, да, мы говорили об этом. Аннет. Там служба или опять с венчанием? Нет, служба. Служба. Давай вот оттуда выйдем. Да. Свечи там свечи надо там зажигать. Да. Обычно выходит так. Да, понял. Угу.
вот это здание специально для зажигания свечей. Христос харяв и мерелоц. Орняле харцуне Христоси. Апрек. Мятел барменас. Барменас. Анджагучун, анджатек, анджатек. Тохи кацутес. Утен хмэнк верчапес. Панчик, панчик. Еще там ожидается. Да, хорошо, ван Андерс пасмо. Да. Плохо. Ну все.